Всем привет! И сегодня я начинаю новую рубрику, которая называется «Выполняю задания от подписчиков». Я написала вам в сообществе, какие задания вы мне написали. И вы мне написали довольно много вопросов и заданий, поэтому я сегодня буду делать самые интересные. И, пожалуйста, не обижайтесь, если вы не попали в этот ролик. Поэтому, если кто не попал, то просто напишите в комментариях под этим видео, какие следующие задания я буду выполнять. Мы начинаем. Сделай ос по эмоджи лягушка плюс шоколад. Наверное, я сделаю себе лучшую подругу, потому что по-другому я это не сделаю. Ладно, лягушка плюс шоколад. Пусть будут коричневые волосы, типа как шоколадные. Так, шоколадные волосы. Брови черные, так. Дальше ей на зеленая одежда. И это очень мило смотрится. Тут же нет лягушки, я думаю, да? Нету такой одежды. Лягушки, ну вот, у меня получилась вот такая вот неплохая леди. Привет. Привет. Как тебя зовут? Оливия. А мне Света, давай дружить. Давай. Налей всем своим персонажам кетчуп на голову. Что ж, как бы грустно это не было. У меня нет кетчупа, так что придется идти его покупать. Вот наш кетчуп. Держите. Ладно, и так сойдет. А где Хлоя? Хлоя, что ты тут вообще делаешь? Покупай игрушки, конечно. А ты что думала? Ну, в принципе, ты же говорила, что пойдешь домой. Я пойду домой, как только возьму себе вот эту вот куклу. Она сейчас в моде. Слушай, подойди поближе. Ну хорошо, что тебе там надо? Что ты делаешь? Что ж, я выполняю задание от подписчиков. Покрашу всех, кто у меня есть. Кошмар, я любила свои коричневые волосы. А это что за помидор? Здрасте, сеньор Помидор. День добрый, сеньор Помидор. Эта краска не смывает. Зачем я только послушала вас? Ну, наконец-то. Зайди в магазин, укради хлопья и посмотри на реакцию продавца. Думаю, стоит переодеться, чтобы она меня не узнала. Так, я вернулась в магазин. Здрасте. Здрасте. Девушка, быстро заплатите, или я позвоню в полицию. Простите, я вас очень сильно боюсь. Вот вам деньги. До свидания. Купи дорогую вещь и выброси ее в мусорку. Здрасте. Здравствуйте. Что вы хотите купить? Я хочу купить самую дорогую электронику. Какое у вас тут самое дорогое устройство? Сейчас я вам покажу. Вот. Вот это вместе с наушниками продается, и с микрофоном, и с камерой. Давайте просто ноутбук с наушниками. Спасибо за покупку, до свидания. До свидания. Ты что, дурак, что ли? Дай незнакомому человеку своего питомца и посмотри на его реакцию. Жалко, конечно, Гошика. Здрасте, вот вам бесплатно попугай. Странно, но спасибо. Нет, Гоша, не улетай! У него есть имя? Значит, это ваш попугай. Простите, что пытался его забрать. Вы сами все видели. Сделай дома детский сад или школу. Садик я решила создать по двум категориям. Во-первых,
Дети очень любят игрушки, поэтому надо положить их максимально много. Неважно куда, в какую коробку, когда и чем. Я знаю, что даже я в детстве очень любила игрушки, но все-таки в садике я не брала свои игрушки, ну или совсем иногда. Ну, вернее, в кровати я никогда в них не спала. А в ванной должно быть полно горшков. Это моя категория, и я думаю, что это точно правильно. Дальше это у нас игровая, и здесь должно быть максимально много всего. Помню, у меня в садике были такие полки с игрушками, и это было довольно красиво. Дальше кухня. У меня в садике были отдельные столики для каждого человека, но так как в Токио у нас нет совсем маленьких столиков, пришлось сделать это именно так. Посуды слишком много, поэтому я немного запуталась. А эта комната для воспитателей, они будут здесь сидеть, когда дети будут спать. Ну и вот вам, я сейчас покажу, как выглядит этот садик. Можете оценить это в комментариях от 1 до 5. Вот мне кажется, что где-то на 3, потому что мне это не очень нравится. Ну, надеюсь, я выполнила твое задание. Продолжаем дальше. Делай пасху. Возьми 3 бургера, конфетки и соедини. Внимание, внимание! Кулинарное шоу от Светы по всем телеканалам Ютуба. Смотрите в новостях прямо сейчас. Берем 3 бургера и соединяем. И конфетками соединяем. Вот нам и пасха. Правда, маленькая. Ладно, в принципе, но никому не нужно. Скажи любому прохожему, мама, я спела вишню. Как интересно. Ой, какая миленькая девочка. Как тебя зовут? Мама, я спела вишню. Что? Отличный юмор. А теперь, пожалуйста, скажи, как тебя по-настоящему зовут? Мама, я спела вишню. Все ясно, чокнутая. Пойди в продуктовый магазин, купи соль. Потом пойди в парк, высыпь на лед рандомного человека, когда он что-то спросит, скажи, я просто решила вас посолить. Так, ребят, я достала соль. Только не в продуктовом магазине, а в школьной столовой. Ну, думаю, это не важно. Господи, как тут грязно. Потому что никто уборщиком не хочет быть. И приходится мне самой все это оттирать. Так, я уже пришла в парк и вижу очень странного человека. Что вы делаете? Просто решила вас посолить. Что за люди-то пошли такие? Это так модно. Модно. Пойду сейчас к офицеру моды и скажу ему, что так не модно. Ладно, раз уж мы здесь, можно купить мороженое. Эй, стой! Заплати! А можно бесплатно, как скидка детям? Нет. Тогда я вам отомщу. Что ты делаешь? Зачем ты посолила все наше мороженое? Просто решила посолить. До свидания. И напоследок два самых интересных вопроса. Приедь на лошади в торговый центр, в маске для лица и в халате. И кричи: пропустите зеленую Свету. Это очень странно. Прости, конечно, но зеленую маску придется покупать. А это у меня уже есть. Почему бы не сказать, пропустите розовую Свету? Маску там возьму, хорошо. Здрасте, можно у вас лошадь купить? Нет, лошади не продаются. Ну, хотя бы арендовать. Нет, здесь можно только смотреть. И вход посторонним сюда тоже запрещен. Но я заплачу вам. Ну, ладно. Спасибо, так, все, я поехала. Не забудьте заплатить. Не забуду. Это еще что за чудо? Пропустите зеленую Свету. Девушка, сюда нельзя с лошадями. Вы что, совсем? Вообще-то я VIP-клиент. И меня сюда король Леонард послал. Чего? Ну и отлично. Стойте. Здрасте, можно у вас лошадь Надежду продать? Девушка, с вами все в порядке? Конечно. Как охрана вас сюда вообще впустила? Потому что я бесплатный клоун, поняли? Вам не нужно никого смешить? Нет.
Тогда простите, но вы лишились бесплатной возможности. До свидания. Вот это у меня глюки, надо увольняться с этой работы. Стань президентом Тока-Бока. Думаю, для начала стоит нормально одеться, как президент. Сойдет. Здрасте. Здрасте, вы кто вообще? Меня послали те, кто главнее вас. Но я же президент страны. Я знаю. И меня к вам послал тот, кто главнее вас, мистер президент. Кто это главнее меня? Мой отец? Да. И он сказал, что он вас уволил. Что? Как жалко. Это так любил быть президентом всей страны. Ладно. Я заберу все свои вещи. И ты станешь новым президентом. Спасибо. Эта чашка это для президента, держи. Спасибо. Есть, теперь я новый президент. И это так классно. Да, и еще, забыл свою форму отдать. Держите. Поздравляю. Ого, я так странно в этом выгляжу. Оно на меня большое. Но это же для мальчика президента. Есть какой-то для девочки, для тети. Хотя и так сойдет. Думаю, раз я президент, нужно снять этот обруч. Не волнуйся, старый друг, я тебя заберу. У него здесь столько денег. Ну, конечно, я знаю, что у президента больше денег, но он тут в тайнике еще прятал деньги. И даже довольно прикольный кристалл. Итак, граждане страны Тока-Бока, встречайте нового президента под именем Светлану, фамилия которой неизвестна. Всем до свидания, это были новости сегодняшнего дня. Как же все-таки сложно быть президентом. Ну а я с вами прощаюсь, пишите вопросы для второй части. Всем пока.